Деду Морозу в письме написал, что я хорошо себя вел. Я слушался старших и пол пару раз подмел. За все эти подвиги я пожелаю так мало, что аж нелепо. Айпэд, вертолет, большой самосвал и 8 наборов лего. Мне мама сказала, что треснет лицо, подшучивая, это дразнится. Но я же прошу не у них с отцом. Им-то какая разница? Ближе к Новому году нам внезапно выпал шанс не остаться на улице. Пожилой мужчина со странным именем Прудиус Стоянович взял меня на работу в свой гигантский парк развлечений на должность ночного охранника. Судя по всему, дела у Прудиуса шли не очень хорошо, потому что посетителей днем было не слишком много, а мне не выдали ни пистолет, ни даже перцовый баллончик. Как я, по его мнению, должна защищать территорию? Бросать преступникам лего под ноги? Зато мне разрешили после закрытия кататься на всех каруселях. Чего нельзя сказать о Лео, которого мне удалось пристроить в качестве уборщика. Леочка, просыпайся, за работу! Ну, не то чтобы работа мечты, ведь нам даже не платят, но это явно лучше, чем отморозить свои хлебницы прямо в канун праздника. Пятая рабочая ночь началась как обычно. Пока Лео очищал углы от содержимого желудков маленьких детей, я полноправно веселилась. Я и не думала, что можно несколько ночей кататься и не устать от этого. А еще потерять бдительность, ведь Прудиус Стоянович кое-что скрыл от нас. Я ж только сегодня проверяла проводку. Ли, что за фигня? Куда свет делся? Я думала, ты выключил. Я выключил? Ты у щитка стоишь. Ну, 30% света еще работает. Может быть, кабель поврежден? Или это как-то связано с той штукой в туалете? Какой штукой? Ну, вот типа такой. Это аттракцион с летающими предметами или где-то здесь установлен голографический проектор? В рекламном буклете парка об этом ни слова. Может, к Новому году подвезли и не успели предупредить? Стой здесь. Чего? Что значит стой здесь? Блин, они что, заюзали мою внешку для голограммы? Да я на вас в суд подам. Еще рассматривать будешь? Может, лучше приступим к делу? Нет у меня с тобой никаких дел. Такие красивые волосы. Не против, если я сниму с тебя скальп и заберу их себе? А из кожи сделаю обшивку для кресла. Подруга, а ты не охренела? Приперлась в мою смену, скопировала шмот, налепила стрёмный маник, еще и угрожать смеешь? Кстати, с личиком ты неплохо поработала. А что под маской? Может, у меня и нет суперсилы, но втащить я тебе и так могу. Ли, есть хорошая и плохая новость. Хорошая. В этом здании нет призраков, паранормальных коридоров и курсов от инфо-цыган. Но здесь обитает какая-то тварь, которая умеет вызывать галлюцинации. Ну что, красавчик, узнаешь, кто настоящая? Ты издеваешься? На моей девушке винтажная джинсовая куртка 85-го года. Я за ней пару лет на eBay гонялся. Такую ты скопировать не сможешь. Исчезни! А плохая новость? Эта тварь обитает в вентиляции, и если мы не поймаем ее, то она нас прикончит. Во время инструктажа я немного ознакомилась с чертежами здания и картой вентиляции, и самый доступный вентиляционный люк находится прямо над детской горкой. Готов немного размяться?
и куда ведет эта труба? Насколько я помню, на другом конце кладовка. Отапливаемая? Кладовка? Ну да, вдруг эта штука свила там гнездо. Не проверим, не узнаем. Ладно, давай я тебя подсаживаю. Кстати, ты в курсе, что сюда можно было залезть коротким путем? Конечно, но тогда бы мы и не размялись. А ты успел рассмотреть его, ее? Эта штука поцеловала меня в маску. То есть, пока я разбираюсь со своим клоном, ты целуешься с неизвестным существом? Когда она впивается щупальцами тебе в лицо, вариантов особо не остается. То есть эта тварь еще и с щупальцами? Откуда у чувака полная кладовка трупов? Чел явно что-то знает. Все ответы должны быть в его офисе. Лучше бы им там быть. Трупы сами себя не подвесят. Заперто. Какой план? Так, Ли, слушай, не хотелось бы давить на тебя, но самое время включить твои суперспособности. Да нет, у меня никаких суперспособностей. Послушай, у всех, кто восстал из мертвых, они есть. Помнишь, ворона? Ну, тогда так. Может, это у тебя есть суперспособности? Смотри, а тут камеры были, а мне он доступа не дал. Нужен пароль. И какой пароль может быть у компа в офисе Прудиуса? Прудиус? Прудиус. Так, блин, да тут только серия «Госпиталь 911». Хуанита, если хочешь увидеть свою почку живой и невредимой, ты должна переписать на меня больницу и отдать своего сына. Ты можешь забрать моего сына, но больницу я тебе не отдам ни за что. Можешь меня пристрелить. Отличная идея. Я считаю до трех. Блин, это что, не вышедший кей-поп-альбом Стива? Зачем мужику, который прячет трупы, запароливать комп? Ведь в нем всякая дичь. Может, потому что все самое важное он держит здесь? Кассетный диктофон? Сейчас что, 97-й год? Может, он пишет мемуары? О, да как включаете эту штуковину? Дурацкий Алиэкспресс. А запись номер 4. Я нашел еще одного уборщика с откушенной головой и высосанным костным мозгом. Уже 7-й за месяц. Местные начинают что-то подозревать и уже объявили некоторых в розыск. Нужно поторопиться. Мне пока не удалось идентифицировать эту штуковину, свалившуюся в конце ноября. Черт! Но я даже рассмотреть ее толком не смог. Стоит приблизиться, как она воскрешает у меня в голове пожилую гардеробщицу из моего детства. Желающих здесь работать почти не осталось. Надежда на эту странную парочку, которую я нанял. Девчонка, по слухам, бессмертна. Вот и проверим, какая из нее приманка. В любом случае, когда я поймаю эту инопланетную тварь и заработаю на ней кучу денег, я свалю и забуду все это как страшный сон. Если бы я только не был по уши в долгах перед этой Антониной фон Зиглер. Ненавижу это место. То есть этот Прудиус убил 7 человек только для того, чтобы закрыть свои чертовы долги? И он даже не знает, как поймать эту штуковину. Ну тогда давай сделаем это сами. Если она боится яркого света, я могу ее выманить в темное помещение и запереть там. Постой, он сказал, что уже пытался привлечь существо человеческими телами. Я не биохимик, но возможно, оно каким-то образом черпает силы именно из живых людей. А ты однажды умирала, оно может не клюнуть. Когда я гнался за ним, то заметил грузовой лифт. Если я доберусь туда и перережу провода, питающие свет, то смогу оглушить его фонарем, как только оно почует меня, и закрыть внутри. Ты ведь понимаешь, что пульт управления лифтом находится в технической комнате на другом конце этажа, и если что-то пойдет не так, я не смогу тебя вытащить. Ну, буду надеяться, что у меня крепкий хребет. Получится добраться до проводов? По-моему, лифт обесточен. Хотя механизмы указывают на то, что он на ходу. А в щитке свет есть. Наверное, просто лампочка перегорела. А проверь щели в корпусе и на потолке, чтобы избежать сюрпризов. Все швы хорошо запаяны. Единственный вход в лифт через дверь. Лео, кажется, она тебя учуяла. Приготовься встречать гостей. Ли? Она выбрала другой путь. Лео?
Дедушка, ты живой? Ты спасла меня. Я так испугалась, что с тобой что-то случится. И просто... То есть у тебя все-таки есть суперспособности? Твоя мертвая зона не обманула. Ну, не моя. Я Стивен Кинг написал в 79-м и... Что это? Подожди-ка. Так полночь, Новый год. Тогда с Новым годом тебя. С Новым годом. В этом году я вел себя плохо, не слушался, так себе кушал. Дедушка, ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводок новых Кришков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, буянил по полной жоп. Каким был, таким и остался, по-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня, меня нового, в свой мешок. А я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок.